Бывший министр здравоохранения Самарской области Галина Гусарова переболела коронавирусом осенью прошлого года. Две недели она провела в реанимационном отделении ковидного госпиталя в больнице Середавина. Признается, повторение истории не хочет, потому и решила сделать прививку, чтобы защитить себя и своих близких. Боятся вакцины, боятся прививки. Почему? Вот я сделала, хотя у меня есть антитела, но они стали снижаться. А коль стали снижаться, необходимо сделать прививку. В регионе продолжается прививочная кампания от коронавируса. Более 625 тысяч человек уже вакцинировались, из них свыше 450 тысяч двумя компонентами. Каждому человеку, который привился, говорят, возможно реакция. Возможно, озноб в течение нескольких часов, небольшой подъем температуры, там боль в руке. Возможно, но это по сравнению с тем, как заболеть, тяжело заболеть, это вообще ерунда. Получить прививку от коронавируса можно в 66 медучреждениях, 168 пунктах вакцинации и 24 передвижных комплексах по всей области. Работают круглосуточные прививочные кабинеты в городах и районах губернии. Только в Самаре их количество увеличили до трех. Ольга Хамракулова. События.